Томми, Версети, а? Вот черт! Не думал, что они отпустят его. Он, не поднимая головы, помогает людям забыться. Люди достаточно вспомнят, когда увидят, как он ходит по соседним улицам. Это будет плохо для дела. Так что мы собираемся делать, Сони? Мы позаботимся о нем, как о старом друге. И займем его не в городе, да? Мы говорили о расширении, Сони, так? Сейчас Вайс-Сити дорого стоит. Колумбийцы и мексиканцы, черт. Даже эти кубинские беженцы режут друг друга на кусочки. Но это все наркота, Сони. Ни одна из семей не возьмется за это дерьмо. Времена меняются. Семьи не могут не обращать внимания, когда наши враги пожинают плоды. Так мы отправим кого-нибудь сделать грязную работу, а сами себе отрежем жирный кусочек, а? И кто там наш человек? Кен Розерберг, чертов адвокат. Как он будет держать в узде Версетти? Он нам не нужен. Мы просто выпустим его в Вайс-Сити. Мы дадим ему для начала немного денег, так? Дадим несколько месяцев, затем нанеси ему визит, ладно? Посмотри, как у него идут дела. Эй, ребята! Я Кен Розенберг, эй! Отлично! Я отвезу вас навстречу, ребята. Итак, я поговорил с поставщиками, и они сильно намерены начать деловые отношения. Если все пройдет хорошо, нам тоже будет очень хорошо. А это вы понимаете. Хорошо. Итак, ладно. Они братья. Один занимается бизнесом, а второй полетами. Надеюсь, вы меня хорошо понимаете. Вот и они на вертолете. Итак, сделка состоится. Они хотят обменяться на открытом месте. Хорошо? Ладно, идем. Принес? 100% настоящий колумбиец, мой друг. Покажи. Зеленые. Десятки, двадцатки. Думаю, мы договорились, дружище. Вот чёрт! Давай, жми быстрее! Я на одну секунду отвернулся и получил кучу дерьма в лицо. Поспим немного. Что ты собираешься делать? Завтра я буду у тебя в офисе, и мы начнем сортировать эту кучу. That's why we're lobbying to build a naked casino in Vice City, so old people can gamble naked and poor people can lose hope in the buff. It is written, chapter 23, verse 5 of my book, he that gambles his money away is a fool, but he who believes in me will go to spend eternity in space with other affluent, well-to-do people. It's that simple. Do what I say and you won't have to think for yourself. Oh, but... Мы начинаем нашу программу сообщения из Госдепартамента. Все мосты и некоторые дороги, находящиеся в районе метрополитена Вайс-Сити, закрыты по причине прогноза плохой погоды. Сильный ураган уже прошелся по 5 островам Карибского моря и движется в направлении нашего города. Следите за нашими дальнейшими сообщениями. Томми! Томми, давненько не виделись! Да. Я знаю, знаю, ты просто переполнен эмоциями. 15 лет! Как будто это было вчера. Думаю, что это перспективная вещь. Работать на семью — это не слишком сладно. Но семья разбирается сама, да? Итак, дело не вышло. Ты сидишь на белом золоте? Послушай, Сони, нас подставили, это была ловушка. Гарри или погибли. Ты лучше не толкай фуфло, Томми. Скажи мне, что ты получил деньги. Нет, Сони, у меня нет денег. Это были мои деньги, Томми, мои деньги!
Ты лучше не играй со мной, Томми. Ты знаешь, я этого так не оставлю. Постой, Сони. Я лично заверяю, что верну тебе деньги и наркоту. И пришлю тебе головы тех, кто за этим стоит. Еще бы, ты не дурак. Томми, но предупреждаю, я тоже не осел. Если бы это был кто-то другой, он был бы уже трупом. Но поскольку это ты, поскольку я знаю, что случилось, я позволю тебе разобраться. Сони, я же дал слово. Я с тобой свяжусь. И помни, что это в твоих же интересах вернуть мне мои деньги. Ты должен помнить об этом каждую секунду. Не волнуйся, Сони, все будет окей, ты же меня знаешь. Like a shining torch of cultural enlightenment for Vice City. In these times of darkness, when the hordes are so uneducated they can barely understand multisyllabic phrases like clean my shoes better, Marissa, or I'll report you to the IRS, or dialectical materialism, isn't it pleasant to have a patronizing voice on the radio? That's right, Michelle. With the way things are going under Reagan, at any moment the unwashed Huns from the Midwest could descend upon Vice City and enslave the poets and postal workers and force us to watch network programming. Иди и поспи немного. Он говорит, я всю ночь сидел в темноте на этом стуле и пил кофе. Это катастрофа. Нас ужасно обманули. Послушайте, эти гориллы собираются прийти сюда и оторвать мне голову. Это ведь смешно. Я не для этого учил законы. Так что, черт возьми, мы собираемся делать? Заткнись. Сядь, расслабься. Я тебе расскажу, что будем делать. Ты должен выяснить, кто забрал наш кокаин, а потом я убью их. Это хорошая идея. Это отличная идея. Мне надо подумать, Ой, надо подумать. Это полковник в отставке, полковник Хуан Гарсия Кортес. Он один из тех, кто помог мне разобраться с головорезами из Вай-Сити. Так, теперь слушай. Он проводит вечеринку на своей дорогой яхте в заливе. И все крупные игроки Вай-Сити собираются там быть. Ясно? У меня есть приглашение, конечно, но я ни за что не пойду туда. Я даже носа за дверь не высуну. Ничего не получится. Тебе сказано, заткнись. Я пойду сам. Стоп. Эй, мне тоже нравится 1978, но знаешь, там не будет пива и стриптиза. Я хочу сказать только без обид. Мне кажется, тебя могут вышвырнуть на улицу по совсем другой причине. Я что, неправильно одет? Так, слушай сюда. Иди к Рафаэлю, скажи, что я тебя послал. Он сделает тебя респектабельным. Давай. Кем он себя возомнил? Он что, думает, что высоко взлетел? Let me say that money could have gone to much better things, like reserving a place by my side in the Pastor Richard Salvation statue. But I digress and plug. Stop doing that! Don't interrupt me, boy. Anywho, I address the Alaska issue in chapter 23 of my book. You see... Хороший мотоцикл. Yesterday, my youngest, Jono, killed the postman. But at least he was trying. So I gave him a cuddle, I told him to hit daddy next time he comes home late smelling of cheap perfume. Okay. It's time to take a break before we hear about any more criminal acts against government employees. You're listening to Pressing Issues. Morality is the subject at hand. Let's explain exactly how free radio without commercial breaks... Я полагаю, что вы тут по поручению господина Розенберга. Надеюсь, что недавние проблемы не повлияли на его здоровье или на психическое здоровье, господин Версетти. У него только что началась агорафобия. Прекрасно. А вы? Я всего лишь хочу свой товар. Ах, тут совершенно неудачное стечение обстоятельств. Конечно, я сначала собственное расследование проведу, но на такое деликатное дело нужно время. Может, мы поговорим позже? А пока позвольте мне представить вас дочери. Мерседес,
Ты могла бы заняться нашим гостем, пока я вернусь к своим обязанностям? Займись, пожалуйста, нашим дорогим гостем. Конечно, папочка. Извините меня. Мерседес? Попробуй смириться с этим. Так или иначе, позволь мне показать самых выдающихся гостей. Это наш конгрессмен Алекс Шрап с восходящей силиконовой звездой Кэнди Сакс. А вы знакомы с моей любимой женой Лаурой? Ну, к сожалению, она в Алабаме. Это Кэнди. А вот это звезда Мамбы в Вайс-Сити. Великолепный Би-Джей. Всегда очаровашка. Я придержал его, а потом посадил в инвалидную коляску. Это хорошо. А теперь я присматриваюсь к первоклассной недвижимости. А тот, кто возле бассейна? Джесс Торрент, знаменитый певец из Love Feast. Могу спорить, вы знаете, как играет в пинг-понг в Таиланде. Я расскажу вам, они не пользуются ракетками, если вы меня понимаете. Импотент и болтливое трио. Та спящая туша, правая рука папы, Гонсалес. А двое других, пастор Ричардс и кинорежиссер псевдоинтеллектуальных фильмов, Стив Скотт. Страсть с нимфоманами. Когда появляется гигантская акула, он откусывает их члены к чертовой матери. Ха, вы никогда раньше не видели ничего подобного, правда? Полковник, ваши вечеринки всегда пользуются успехом. Я могу только извиниться за поздний приход. Ах, амиго! Как же тебя найти? Наш бизнес очень тяжелый. В воротах варвары. Пришло время чьих-то наградить друзей и ликвидировать чьих-то врагов. Кто тут крикун? Ну-ка, отзовись! Рикардо Диос. Это господин Кока. Мерседес! О, я как раз собиралась отвезти в город своего друга. В другой раз, Рикардо. Рикардо, давай работать вместе. Давай уйдем отсюда. Действительно, возьмите меня в клуб. Ладно. Entirely true, Maurice. My campaign also... Ты будешь работать на моего отца? Возможно. Ты и дальше будешь держать свою руку у меня на коленях? Возможно. Это так сложно иметь богатого и могущественного отца. Set the record straight. I haven't given you any opportunity yet, my heartless friend. Let me introduce my other guest first. I hope this isn't gonna get personal. I love Vice City more than anyone, and I can prove it. Yes, that's coming from the man who got elected by calling his opponent a buffalo butt and a fat hen-pecked wimp that couldn't fight his way out of a wet paper bag. Anyway, our next Ладно, guest is from the opposite end of the political spectrum. A man so wet, he looks like he just stepped out of the shower. Peace Corps activist, hippie concert tape. Días y noches, bonjour and buongiorno, welcome in, hello, hi. Let's stick to English.